Цветок Ланмо.什么时候开始感觉到不安？平常一个眼神都让人心乱，一整夜灯光明明暗暗，可能是我开始改变。年少花季的心愿悄悄蔓延，点燃心中的荒原，不依不让你发现。转不开在你身上的视线，仿佛错过了就会是阴天。抹不去你的笑脸，不想再让你孤单。就在这最好的时间，拥抱风雨抱阳光。Это невозможно! Откуда ты знаешь мой секрет? Скажи! Не смейся, ответь на мой вопрос! Ты забыла? Я был снаружи, когда ты преобразовалась. Вспышка света в умывальной комнате — твой секрет, верно? О, вот оно что! Эй! Раз признали поражение, уходите отсюда! Хватит! Но! Не хочу здесь быть! Кто хочет, оставайтесь, а я ухожу. Тян, подожди меня! Ефэнг, давай уйдем. Ланмо еще не вернулась, я подожду ее. Подождешь? Прошло много времени, она бы вернулась, если бы хотела. Будет лучше, если я уйду. Надеюсь, с ней все в порядке. Я понятия не имею, о чем думает Лю Фэн. Ты сегодня счастлива? О чем думаешь? А, да так, ничего. В любом случае, спасибо за вечер. Кстати, я до сих пор не знаю твоего имени. Меня зовут Синан. А я Ланмо. Теперь ты знаешь все. Ну вот, уже не нужно притворяться красивой. Внезапно стала уродливой, да? Кто сказал, что ты уродливая? Я им врежу. Ты похожа на сегодняшние звезды в небесах. Хотя они за облаками, они все равно мерцают. Тебе непривычно? Даже если они мерцают, это не имеет никакого смысла, раз их не видно. В любом случае, я абсолютно никудышная. Как я могу быть звездой? Может быть, я... Я больше похожа на облака. Глупая. Не печалься. У тебя даже есть такое удивительное украшение. Понимаешь, что это значит? Это доказывает, что ты особенная. Итак... Прости, уже слишком поздно. Мне надо идти. Еще увидимся, маленькая красавица. Увидимся? Когда? Приходи участвовать на танцевальное шоу «Птица и кит». Мы можем увидеться там. Вау, скоро будет шоу «Птица и кит». Меня тоже запишите! Вы все будете простыми зрителями. Кто-нибудь умеет танцевать? Не умею. И что? Я просто хочу увидеть своего кумира. Говорят, что лучшая участница сможет танцевать вместе с шоу «Птица и кит». «Птица и кит»? Где-то я это слышала. И даже пойдет на банкет со звездами. На банкет? Вот здорово, я бы тоже хотела покушать на банкете. О чем задумалась? Ланмо, ты умеешь танцевать? Нет.
Тогда у тебя никаких шансов. Если хорошенько попросишь, то я тебе чему-нибудь да и научу. А иначе опозоришься. Так это значит птица и кит? Приходи участвовать на танцевальное шоу «Птица и кит». Мы можем увидеться там. Тян, ты прекрасная балерина. Этот шанс просто создан для тебя. Я знаю. Я не как некоторые, кто может только обжираться. Черт! Ну погоди, балерина, я могу и сама научиться. А потом надо сделать так? Научиться танцевать так трудно. Когда же я научусь? Я такая неуклюжая, я так никогда не сумею. Слишком сложно. Вспомнила! У меня же в сумке лежит моя прелесть. Милая принцесса, позволь мне спасти твою невезучую жизнь. Мой любимый творожный сырок. Ты... что ты тут делаешь? Репетирую. Репетируешь? Можешь идти, мне нужен балетный класс. Но он мне тоже нужен. Собираешься спорить? Я пришла первая, значит, я остаюсь здесь. Никто не смеет спорить со мной по поводу балетного класса. Сделаем так. Я делаю па, ты повторяешь его. Сделаешь? Я тебе признаю, позанимаемся вместе. Не сможешь, тогда убирайся и не мешай мне. Хорошо, я согласна. Смотри внимательно. Я не признала великий талант. Балетный класс теперь твой. До свидания. Я ищу тебя уже пару часов, а ты здесь. Уроки давно закончились? Что ты делала? Сегодня я приехал на велике, могу подвезти тебя. Класс. Эй, Ланмо. Разве ты не собиралась порепетировать? Если хочешь, могу помочь. А? Что? Ну давай, я тебя научу всему. Тогда я подожду. Я... вообще-то, ну... Итак? Какой танец тебе интересен? Что-то ты слишком быстро изменилась. Я хочу научиться в стиле хаус. Я слышала, что этому стилю легко научиться, даже новичкам. И он классный, посмотри, мне он очень нравится. Без проблем. Он действительно простой, даже ты сможешь научиться. Правда? Это было бы круто. Давай начнем. Сейчас поставлю музыку. Линтян! Да, повтори за мной. Я абсолютно бестолковая. Что, не ясно? Могу сделать помедленнее. Я не могу повторить после этого движения. Ты не так двигаешься здесь. Нужно приподнять носок. А теперь повернись корпусом. Так правильно? Что с тобой? Я же учу тебя танцевать. Зачем ты наступила мне на ногу? Что? Что случилось? Ланмо наступила мне на ногу. Очень больно. Сильно болит. Ланмо грубоватая, но она не специально. Я не наступила! Я не наступила ей на ногу! Я вообще не подходила к ней!
Но ты же обманываешь. Почему ты врешь и не признаешь свою ошибку? Ты сама врешь! Линтян, почему ты так со мной поступаешь? Ничего не сделала. Я получила травму. Значит, я должна терпеть? Ты такая эгоистка. Хватит уже притворяться! Все понимают, что во время репетиции бывают травмы. Просто извинись перед ней. Я этого не делала. Почему я должна извиняться за то, чего не было? Почему ты так со мной обращаешься? Ты ненавидишь меня? Ты! Ну хватит. Нет смысла спорить дальше. Тян больно. Я отведу ее в медпункт. Ты можешь идти? Больно наступать. Тогда я понесу тебя. Спасибо, Ефэнг. И не забудь мой рюкзак. Мам, я пришла. Люи Фен, готовься к смерти! Ну вот. Почему я сержусь на медведя? Только творожный сырок может спасти меня. Где мой сырок? Я помню, что еще 3 штуки оставалось. Где же он? Где он? Где? Не могу понять, куда же он делся? Ланчбокс? Блокнот? Это не мое. Чье же это? Выпускной альбом начальной школы. Линтян! Мы перепутали рюкзаки! Интересно, она, наверное, была самой красивой в началке. Посмотрю-ка я украдкой. Ну-ка, где она? Лютян, Лилу, Баймусен, Лифейфей, Фангна. Вот она. Второй ряд справа. Неужели это Линтян? Подготовлена специально для сайта Life Anime. Серию для вас озвучили Shine, Despair и Бахрайдер. Тайминг и работа со звуком Бахрайдер. Cheers.